Привет, Русичка, ну вас напоминаю, что я в Черновцах. Из предыдущего репортажа вы уже узнали, что в Черновцах процветает чистота, образование и контрабанда. Русик, ты чё? Тут о таком вслух не говорится, дядя. Образование. Черновцы вообще это уникальное место. Здесь всего лишь 40 километров до границы. У меня такое чувство, что тут люди на заработки ходят. Ну, скатертью им дорожка, а мы, пожалуй, проедемся. За них все едут. Скажите, пожалуйста, а вот помимо того, что вы занимаетесь контрабандой, что... Ребята, идите вы. Мама, I'm a criminal. Вот она, та самая черта. Там еще Украина. А там уже Евросоюз. Что, так можно было? Фуры! Тут можно... Фуры! Можно объехать! Деревня Волоки, Чернівецька область. Ну, как деревня? Поселочек такой. Рич бич! Село. Рич бич! Селуха. Ома рич бич! Спросите, что тут нет ни одной лошади? Я вам отвечу, потому что все 700 вот здесь. Понимаете, масштабы, а? Это, наверное, единственное село в Украине, там, где меньше всего зарплаты получает голова села. Кстати, вот это вот здесь очень редкий фрукт, потому что вот этих яблок тут раза в три больше, чем вот этих. Черновцы – это шикарные. Европейский город. Здесь на узких европейских улочках живут люди с широкой украинской душой. Спасибо. С вами был европеец Русик Хенмарк. Уже все украинское бюро Чисто Ньюс. Я уезжаю в другой город. Сказать в какой, включите мозг. Там очень любят синагоги. Встречай, родной Днепропетровск.